Имя члена Национальной ассамблеи Франции, Франсуа Пуппани, включено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя незаконный визит Пуппани в азербайджанский город Ханкенди. Он не впервые совершает незаконный визит на территорию Азербайджана и отличается жесткой антиазербайджанской позицией. Ввиду нарушения азербайджанского законодательства, имя депутата включено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в нашу страну. Запрет на въезд в республику также будет применен в отношении мэра французского города Арнувиль, представителя города Сарсель, сопровождавших члена Нац-Ассамблеи Франции во время этого незаконного визита. Такое безответственное и провокационное поведение представителей Франции неприемлемо и наносит урон усилиям по установлению в регионе мира в постконфликтный период, подчеркнула МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.